Установление тотального слежения за собственным народом. Лишь за последние 2 года российские власти увеличили число регионов, охваченных системой камер распознавания лиц, с 5 до 62, создав де-факто общероссийскую систему визуальной слежки за гражданами. Теперь у властей появится возможность найти человека в любом из этих регионов, рассказал изданию агентства юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян, который сейчас присоединяется к нашему эфиру. Саркис, здравствуйте. Рады вас приветствовать. Приветствую. Добрый вечер. Да, давайте немного о цифрах для начала. Видим, что число регионов увеличилось в 12 раз за последние 2 года. Да? А сколько совокупно камер уже следит за российским населением и... Можно ли говорить о том, сколько людей в данный момент, за каким количеством людей наблюдает уже большой брат? Ну, если говорить по количеству камер, то в Москве это количество уже перевалило за 250 тысяч. Если говорить о всей стране, то это уже не менее 500 000 камер. Я думаю, до конца 2024 года их число уже дорастет до миллиона. Тем самым Россия становится вторым по количеству камер на евразийском регионе после Китая. И, как видно, конечно, власти собираются наращивать этот потенциал и понемногу объединять разные камеры, которые находятся в разной собственности, некоторые в частной, некоторые в государственной, муниципальной. Но в основном их контролирует Ростелеком, который является главным бенефициаром, собственно, слежки за населением. А известно, Саркис, сколько стоило построение этой системы и сколько стоит ее обслуживание? Ну и, собственно, из каких денег это все оплачивалось и оплачивается? В основном это, конечно, бюджетные средства. При этом уже ряд коллег сделали расследование, выяснили, что Ростелеком ежегодно тратит миллионы денег на обслуживание одних и тех же камер, плюс, конечно, закупка дорогостоящих алгоритмов. А надо сказать, что в московской и уже в российской системе видеослежки распознавания лиц используются аж 4 алгоритма от 4 разных разработчиков, 3 российских, 1 белорусский. И, конечно, речь идет уже о миллиардах рублей, которые инвестируются в эту историю. И, конечно, технологии достаточно хорошо развиваются, и качество слежки тоже становится на весьма высоком уровне, так что фактически никто не может пройти незамеченным, и ложные срабатывания это не такая прям частая штука, хотя, конечно, они тоже происходят. Копируют опыт Китая, как вы уже сказали, опережает их только Китай, Российскую Федерацию по количеству камер. На примере Китая давайте разберем, что ждет Российскую Федерацию в случае вот и дальнейшего такой цифровизации по слежению. Ну, я боюсь, что из авторитарных практик, когда все-таки следят за конкретными лицами, которые представляют интерес, и там следили известный случай от людей за людьми, которые бегут от войны, отлавливали мобилизованных, то, конечно, от этих практик могут перейти к более тоталитарным практикам, как это произошло в Восточном Туркестане, где Коммунистическая партия Китая устроила, очевидно, настоящий цифровой гулаг для уйгуров, которые не могут даже войти домой, пока камера, они висят гроздями, не зафиксирует и не поймет, что это именно он. В таком случае, естественно, стирается вот эта вот грань между онлайном и офлайном. Если раньше вы могли быть уверены, что вы выключили телефон и потерялись в городе, то теперь этого не происходит. За вами следят и в онлайне, за вами следят и в офлайне. И, естественно, когда эти технологии, достаточно мощные технологии двойного назначения, оказываются в таких руках, то это сулит большую беду для прав человека и, прежде всего, право на тайну частной жизни. А расскажите, Саркис, вот сначала, как эта база построена, как первоначально человек в эту базу попадает? Ведь если он туда не попадет, то даже если на улице, грубо говоря, срисуют, то определить не смогут. Откуда берется начальная информация?
Речь идет про референтные изображения. У вас очень правильный вопрос, кто наполняет эту базу, да? Потому что никто никаких согласий на использование своих биометрических данных не давал. Но из практики мы знаем, что фактически там не гнусятся брать любые фотоизображения людей из социальных сетей, данные Роспаспорта, данные, которые... О таких, конечно, данных можно собрать на любого человека, который ведет активную социальную жизнь, достаточно много. И, в принципе, фотография позволяет использовать. До сих пор закона нет, который бы устанавливал правила вот этих референтных изображений и даже критерии точности определения человека. Это, например, происходит с автомобилями, да, автомобильными номерами, и это достаточно регламентированный порядок. Поэтому вопросов много. В части обработки биометрических данных есть какие-то правила, в части публичного использования этих биометрических данных никаких правил нет, это все находится в серой зоне, чем злоупотребляют, и мы уже неоднократно говорили, правительство Москвы злоупотребляет МВД, и, конечно, доступ без сомнений имеет Федеральная служба безопасности. То есть, как юрист, вы констатируете незаконность использования подобных практик, да, и собираются ли менять законодательство в Российской Федерации? Ну, менять точно никто ничего не собирается. Мы уже судились многократно, несколько жалоб уже были поданы в Европейский суд по правам человека. И несмотря на то, что России ЕСПЧ больше не указ, тем не менее мы хотим довести эту процедуру до логического завершения и получить решение Страсбурга, который, естественно, осуждает использование таких практик в серой зоне, когда нет никаких правовых гарантий для человека, он даже не узнает, что против него применялась технология распознавания лиц, обрабатывалось и принималось какое-то решение. Вы сказали, что бегущим от войны станет сложнее прятаться, да, от тех же военкоматов. А можете дать совет желающим сбежать от войны? Мертвые зоны еще остались в Российской Федерации? Ну, есть, конечно, всякие ухищрения, есть уже специальный грим, которые можно наносить и обманывать камеры в интернете, можно посмотреть. Есть специальные маски и очки, которые тоже позволяют обманывать технологии распознавания лиц. Хотя, конечно, лучшим решением будет уезжать из больших городов, потому что именно в них наибольшее сосредоточение таких камер, и они работают фактически везде, в подъездах, на улицах. В небольших городах и деревнях, куда-нибудь подальше, в Сибири, наверное, еще технологии не так дошли, но это, естественно, вопрос времени, когда вся Россия от Камчатки до Ленинграда будет охвачена камерами, объединенными в одну систему, и эти созвездия будут в руках у правоохранительных органов. Угу. Саркис, вы специалист широкого круга в плане защиты прав людей в цифровой сфере, киберадвокат. А расскажите вообще, как там в киберпространстве российском, насколько все сложно, страшно, за всеми ли следят? Вот пример с камерами понятен. Что еще? Насколько глубоко пустила вот эта правоохранительная, в кавычках, система свои щупальца в киберпространство? Достаточно глубоко, и это началось не вчера, и не с момента начала войны, это началось все уже с 2012-2013 года и продолжается больше 10 лет. Это и набор законов, вроде закона Яровой, против которого митинговали, когда еще были вегетарианские времена, можно было митинговать тысячи людей, я помню, стояли на площади Сахарова и пытались отменить эти законы, но со временем они лишь расширялись, обязывая информационных посредников под угрозой наказания хранить и передавать все большее количество данных. При этом есть огромное еще множество разных серых практик, которые практикуются Роскомнадзором. Например, это тайный сбор информации о людях. И это стало известно после взлома белорусских партизанов, что собирали справки, досье на людей. Естественно, применяли методы слежения онлайн, методы перехвата трафика, методы видеослежки на улицах и множество других практик, которые до сих пор вызывают большое сомнение с точки зрения международных стандартов. Роскомнадзор недавно отчитался о массовой блокировке VPN-сервисов и приложений в России. Так ли это на самом деле? Осталось ли еще хоть несколько вот этих VPN-лазеек для граждан, которые, ну, хотят знать не только навязываемую Кремлем информацию?
Да, вы правы, VPN – это единственное спасение, шлет свободный мир для людей, которые привыкли думать и хотят получать независимую информацию. Но с прошлого года, и вот особенно в этом году, Роскомнадзор действительно достаточно хорошо научился выслеживать и отслеживать эти VPN, в том числе блокировать их по протоколам. Поэтому сейчас множество бесплатных решений уже работает весьма плохо. Поэтому мы рекомендуем использовать надежные решения, в том числе наш сервис Amnesia VPN, сервисы, которые мы предлагаем на нашем маркетплейсе vpnlove.me. Это безопасные серверы, сервисы, которые имеют свои протоколы обфускации. То есть они умеют обманывать системы Роскомнадзора так, чтобы они не понимали, что это VPN-трафик. И, конечно, такими инструментами надо уже запасаться сейчас, если вы хотите оставаться онлайн и получать какую-то информацию из независимых источников. Саркис, у нас осталась буквально минута. Дайте еще, пожалуйста, какие-то полезные советы россиянам, кроме VPN. Что надо делать, чего не надо делать, что можно использовать для того, чтобы остаться анонимным или, по крайней мере, сберечь там какую-то свою важную информацию от спецслужб? Ну, точно не надо использовать ВКонтакте, российские социальные сети для своей активности, мессенджеры, которые входят в список организаторов распространения информации, собирают эти данные. Обязательно использовать VPN, сложные пароли, двухфакторную аутентификацию, и тогда вы избежите большинства проблем, с которыми сейчас могут столкнуться российские пользователи за выражение своего мнения онлайн или просто за посещение каких-то сайтов, такой практики наказания за посещение и использование запрещенных сервисов пока нет. Но кто знает, это может произойти в любой момент. Поэтому сегодня тем более важно помнить про цифровую безопасность, обновить свои знания. Можно у нас на сервисе secureno.org. Будьте внимательны и оставайтесь свободными. Спасибо вам за эти советы и за разговор содержательный. Саркис Дарбинян, правозащитник, ведущий юрист Роскомсвободы, присоединялся к нашему эфиру. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.